Представь, забираешь свой чемодан в аэропорту, открываешь его дома, а там золото. Похоже на сюжет фильма, но так происходит каждый раз, когда покупаешь авиабилет или бронируешь гостиницу на VG Travel. Из каждой поездки ты привозишь игровое золото World of Tanks. Как получить золото за свое путешествие, не потратив лишних денег? Заходишь на vgtravel.ru, переходишь в отели, выбираешь город, даты проживания и количество человек. Сайт показывает варианты отелей, их стоимость и сколько золота ты получишь после путешествия. То же самое с авиабилетами, только сумму бонуса ты узнаешь после бронирования билета. Цены в основном такие же, как на других сайтах. Но некоторые отели и авиакомпании работают с нами по партнерской программе и предоставляют более выгодные цены. Они делают скидку специально для VG Travel, чтобы миллионы танкистов жили именно в их отелях и летали только на их самолетах. Теперь ты знаешь, что из командировки в Москву ты можешь привезти себе 30 дней премиум-аккаунта, а из семейного отдыха в Сочи — из 6. Но это еще не все! Золото ты можешь получать не только за свои поездки. Любой твой близкий, который не играет в танки, может указать твой аккаунт, и за его поездку золото получишь ты. VG Travel. Привози золото из каждого путешествия. Кстати, есть один секрет. Если билет и отель на сайте vgtravel.ru ты оплатишь картой World of Tanks от Альфа-банка, кроме золота за путешествие, ты получишь бонус еще и от банка.